Разделяй и властвуй – мудрое правило, но объединяй и направляй – еще лучше. Именно так можно охарактеризовать человека, чье появление на казахстанском телевидении стало знаковым событием, в особенности для любимого музыкального телеканала страны Hit TV, судьба которого тесно связана с личностью Адиля Лияна. Наверное, нельзя представить одно без другого. Адиль сам говорит все время, что мы стояли у истоков этого канала. Он стал продюсером, он креативным директором, он вырос. Теперь уже экс-директор телеканала Hit TV Адиль Лиян – один из тех немногих людей, для которого руководящий пост стал в первую очередь возможностью объединять под творческой крышей прогрессивного телеканала самых креативных и энергичных молодых специалистов ТВ, направлять и учить их, создавать нечто не похожее ни на что. Теперь настал момент, когда и самому наставнику понадобилось на время выйти из этого сумасшедшего ритма, чтобы притворить в реальность новые мечты. Адиль уехал в Лондон. Но перед отъездом вся творческая команда Хитового устроила своему шефу веселые проводы и пожелала не изменять своей идеи. Чтобы у него все хорошо было и чтобы не забывал Казахстан, еще больше опытов набрался и приехал обратно в Казахстан и показал еще лучше свою работу как креативный директор и директор канала. Вечер в компании близких людей, смеха и совместных воспоминаний. Никто и не замечал, как число гостей постепенно увеличивалось. Все пришедшие проводили Адиля без лишней грусти и прощальных слов. Потому что прощаться не намерены. Это всего лишь временное расставание.